Вы когда-нибудь посещали собрания, связанные с коммунистической партией? Нет. Наша страна находится под угрозой со стороны советских шпионов. Но существует и другой риск для национальной безопасности. Каково ваше семейное положение? Я не женат, но на фотографии изображена особенная леди. Хоук, это потрясающе. У вас когда-нибудь был неподобающий физический контакт с другим мужчиной? Нет. Вы чертовски искусный лжец. Вам это нравится? Закон — это притворство. Вы для меня все. Если бы я была для вас всем, вы бы не шли туда, куда идете. Вы должны быть осторожны. Каждый человек в чем-то лжет. Мы должны быть осведомлены об этих коммунистах и гомосексуалистах. Эти люди опасны для нашей страны. Я смотрю на этот город и думаю о том, чего он нам лишает. Мы лжем о том, с кем спряжение. Важно не то, с кем мы спим, а то, кого мы любим. Вы когда-нибудь были влюблены в другого мужчину? Я любил вас всю свою жизнь. Моя великая всепоглощающая любовь. Мистер Фуллер, ответьте на вопрос.